Добрый день, уважаемая группа, добрый день, уважаемые студенты. Тема нашей сегодняшней лекции будет посвящена воспалительным заболеваниям брюшной полости у детей. Наиболее частой причиной, которая вызывает острую хирургическую ситуацию брюшной полости у детей, является острый аппендицит.
Наиболее грозным осложнением острой хирургической ситуации в брюшной полости является воспаление брюшины, перитонит.
Характерная рентгенологическая картина при перфорации полого органа. Под куполом диафрагмы справа видно серповидное просветление.